Да, и вот сели на ладер попробовать, как это за профессор в нынешнее время играть. Вспомнить, так сказать, былые времена. Сейчас уже забыл, как кнопки нажимать. Но я, кстати, сегодня уже какой? Второй день стримлю или третий? Так, вечерком. Вечерком постримливаю, потому что у меня этот... Ну, днем, короче, обустраиваюсь. Что-то все течет, все надо. Днем ремонт такой базовый, чтобы все работало. Вечером вот немножко постримить. Пока пару часиков, потому что у меня, короче, типа две комнаты. В одной стоит этот, как его называют, штука, которая греет, батарея. Вот. А вот здесь у меня, короче, типа, в общей комнате не стоит батарея. Короче, тут сейчас минусовые температуры. Ну, не, по квартире, наверное, не минусовые, но, типа, супер холодно. Ну, поэтому так, 2 часа и иду греться. Это такой план. Ну, как делишки? Так. Колец, кукозин. Пурум-пурум-пум. Я, если что, на микроноуте играю сейчас, поэтому у меня, естественно, возможности читать чат нету, я между игр в чатике. Вот, поэтому... Ну, при этом все читаю, все отвечаю, поэтому можно смело писать. Так, ну что, он тут сейчас придет насторожиться или нет? Или все устраивает? Отлично. Где здесь запрыжка? Тут что ли? Ну да, получается тут. А, я вспомнил, такая странная запрыжка на этой карте. Прям паркур-паркур можно устраивать. Кыш, репер. Что? Что это у нас за замовы? Обожаю риперов. Давай, побей коробок. А, тут вот так вот есть, да, получается. Какие карты упоротые? Прям вообще. Три барака. Хорошо. Главное выход не пропустить обычный. И отсюда залетик. И, в принципе, сойдет.
대출은 불가능합니다. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Так, теперь мне надо готовиться к его выходам каким-нибудь, или выходкам. У нас боевой отряд прям мощный. Да, его просто тут встретить на подходе. И все. Ой-ой-ой, как это я провалил? Я думал, он на мейн залетает. Прям на полном серьезе. Так, архона не дать. И вот этих парней тоже я хочу словить. Будем боевой StarCraft играть. Нас он так хочет. Надо понять, где у него сейчас будет скопление сил. Мне кажется, он только что потерял просто критическое количество войск. Мы сейчас
Просто в контратаку его ушатываем. Да-да-да, мы просто идем в контратаку. У него третьей базы нет или что это такое? Спальня с двух играет, то ему удачи. Так только пожелать. Если это с двух, то это удачи. А это с двух. Да, GG. Это с двух базы, Терен.